Друзья, вечер, Карелия, и мы идем копать с вами картошку. Хозяин этого чудного участка разрешил нам копать картошку. Я вот смотрю, с какой стороны ее копануть. Так, давайте попробуем вот здесь вот. Я, конечно, никогда не копал в Карелии картошку. Так. Одной рукой не совсем удобно. Ага. О, смотрите, какая картошка в Карелии. Нормальная такая картошка в Карелии, я вам хочу сказать. Да, вот такая вот. Поскольку лето короткое, а ботва, она зеленая еще. Для чего обрезается ботва, как мне объяснил хозяин данного участка. Когда ты обрезаешь зеленую ботву, картошка понимает, что все, расти ей в ботву просто нельзя. И она начинает укреплять свою кожуру сверху. Вот как-то так.